Семен Семенович, вчера, когда я делал видео про Эдемицу, я упустил из виду одну очень немаловажную деталь, которая, по сути дела, на расчеты никак не влияет. Тем не менее, это очень важный момент. Его заметили мои подписчики, это значит, что они очень внимательно смотрят мои видео. За это им огромное спасибо. Смотрите, японцы никогда не используют в маркировке букву I цифровой, потому что эта буква схожа с цифрой 1. Они ее просто пропускают. Это касается любых моторных масел, там тоже маркировки и так далее. Ай, как правило, никогда не используется. Я об этом уже причем рассказывал раньше, и тут совершил ту же самую ошибку. Поэтому вот эта вот табличка, она будет не совсем корректная. Друзья, я дико извиняюсь, но из-за моей вчерашней оплошности нам еще раз придется пробежаться по маркировкам. Для удобства я переписал с нижней части металлической 4-литровой тары дату производства самой тары, а в верхней части упаковки я переписал дату варки и упаковки продукта. Она может быть либо 10, либо 11-значной. Еще раз пробежимся. В нижней части упаковки поменялось, ничего не поменялось, также осталось. 21 год, 6 месяц, 23 число и код завода. Верхняя часть 10, либо 11-значный код. Первая цифра это год 21, вторая цифра это месяц. Число месяца варки продукта не указывается. Это дата, когда был продукт сварен. Последний девятый и десятый символ. Девятый символ это месяц, десятый символ это число месяца. Если у вас 11 символов, 11 символов просто не учитывайте. Так вот, что поменялось в маркировке в последней дате розлива продукта? С 1 по 9 число указывается цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее указывается цифрами, которые, буквами, вернее, которые соответствуют цифрам. Букве A соответствует 10, букве B 11, C 12 и так далее. Так вот, буква I с точкой японцами никогда не указывается. То есть последнее число месяца, 31, это W. Запомнили, да? В предыдущем нашем табличке это была буква V как галочка. Соответственно, как бы на что это повлияет? На расчеты, которые многие произвели на основании предыдущего видео, да ни на что не повлияет абсолютно, потому что у них показало бы в крайнем случае, вот на что внимание обратили многие люди, что был 32-й у нас день месяца, потому что была W и стояла. Поэтому просто это учитывайте. На расчеты, которые вы сделали до этого, это никак не повлияет, потому что здесь у нас указана дата розлива продукта. В крайнем случае она у вас, здесь у нас Q равняется 25 числу, а здесь у нас Q равнялось 26 числу. И наши расчеты на проверку подлинности это никак не повлияло. Поэтому ту табличку удалите, эту табличку оскриньте, сохраните и пользуйтесь.